я уже не раз говорила о том, что нам нужно учиться себя прощать и относиться к себе с добротой. В этом видео я вам расскажу подробнее, почему это нужно делать и как мы будем от этого получать огромные результаты. Нас с детства наказывали за какие-то провинности, за нашу неосторожность, за нашу неуклюжесть, за нашу глупость, за нашу лень. Большинство из нас с самого детства привыкли себя ругать, осуждать за какие-то вещи, которые, в принципе, не так уж и страшны. Вообще не страшны. Вы знаете, почему нам нужно учиться доброте к себе? Потому что, когда мы чего-то не делаем, когда мы ленимся, когда мы боимся сделать шаг в сторону чего-то нового, мы боимся пойти и осуществить свою мечту. Мы боимся на самом деле осуждения, и прежде всего мы боимся своего собственного осуждения. Мы боимся того, что если у нас не получится, если мы не оправдаем свои какие-то ожидания и надежды, мы начнем сами себя есть изнутри. Мы будем себя клевать, мы будем себя ругать, говорить, что у нас ничего не получится, вот опять не получилось. То есть мы будем себя всячески принижать в случае неудачи. Пусть каждая из вас решит, в какой степени это относится к ней, потому что каждый из нас в большей или в меньшей степени склонен себя ругать, себя наказывать, собой быть недовольным. Поэтому решите сами, насколько это относится к вам. Практика показывает, что практически каждый человек, женщина, мужчина, только если у них не было очень-очень любящих, понимающих и, скажем так, пролеченных родителей, то эти люди склонны, конечно, себя недооценивать и себя без повода часто наказывать. Мы боимся своего собственного осуждения, мы боимся своей собственной оценки. Даже не столько мы боимся, что кто-то другой, сторонний человек нам скажет, что у тебя не получилось. Мы боимся то, что вот это чувство у нас появится, чувство очень тяжелое, чувство, что мы опять не оправдали каких-то планов, мы опять что-то не сделали, мы опять доказали себе лишний раз, что мы на это не способны. Мои дорогие, это лечится, и это нужно лечить, потому что это очень неверно. Мы никогда не должны себя наказывать за то, что у нас что-то не получается. Никогда. И чем больше вы склонны себя наказывать, тем больше вы даете себе поводов это делать. Если вы хотите разрешить себе в жизни все, новые занятия, вещи, которые вы когда-то боялись делать, если вы хотите жить просто счастливой жизнью, жить легко, то научитесь никогда себя не ругать. Просто пообещайте себе, что бы ни случилось, вы пресечете все свои попытки себя пилить, себя и заводить мыслями о себе нехорошими. И когда вы только себе пообещаете, что я никогда не буду себя ни за что ругать, никогда. Ну, пообещать недостаточно, вы должны потом будете это каждый день практиковать и пресекать. Первое время будет не так легко. Скажу по своему опыту, что я к этому шла, наверное, не один год. И продолжаю периодически себе напоминать, что ругать себя нельзя, потому что это не приносит хорошего. Когда мы думаем, что мы ругаем себя, мы исправляемся, мы не исправляемся. Мы обрекаем себя на следующую неудачу, мы обрекаем себя на страх и на боль. Мы боимся боли, которую мы испытаем, если у нас что-то не получится. Мы не боимся самого провала. Нет, мы боимся того чувства, которое в нас возникнет, если это не получится. И это чувство даем себе мы сами, никто другой. Даже если к нам подойдет человек и покажет нам прям в лицо пальцем и скажет, у тебя ничего не получилось, если мы не разрешим себе испытать чувство вот этого жгущего, сосущего, уничижающего чувства, то нам человек этот не страшен. Но так как мы реагируем на все столь болезненно, мы не привыкли себя ценить и поощрять, поэтому нам все вот так вот кажется страшно. Если у вас есть какая-то плохая привычка, например, я по своему опыту скажу, что в моей семье моя мама все время очень плохо отзывалась о людях, которые спят долго, которые спят до 10 часов. Она все время считала, что нужно вставать очень рано. Чем раньше человек встает, тем он лучше. Может быть, такая глупость. Но я вам скажу, что самое сложное, что мне в жизни дается, это построить свой график таким образом, чтобы я вставала рано. Потому что я знаю, если утром я не встану в 6-7, в самое позднее 8 часов,
то я буду себя пилить. И пока я не отказалась от мысли себя пилить, и пока вот это продолжается пиление, вставать рано — это очень сложно. Но как только вы решите и будете придерживаться этого правила, что вы не будете себя ругать, это вредная привычка, этот страх, что бы это ни было, это уйдет. Мы боимся не самого события, мы боимся не самого действия. Мы боимся ту эмоцию, которую мы испытаем, которую мы сами в себе породим. Наверное, если вы хотите быть успешными, то самое важное — начать себя поддерживать, начать себя поощрять и прощать себе свои слабости. Вы не идеальны, никто не идеален. И вы уже намного больше имеете поводов себя хвалить, потому что вы в данный момент занимаетесь тем, что вы пытаетесь с собой помириться, вы пытаетесь себя понять, вы пытаетесь научиться быть своим другом. А это значит, что в долгосрочной перспективе вы преуспеете много больше, но вы преуспеете не ценой ломания через колено, через вырывание когтей, вы преуспеете с радостью, вы преуспеете с легкостью, и вы на этом пути успеха, вы обретете себя, потому что вы будете добиваться всего в состоянии радости, в состоянии того, что вы свой лучший друг, и вы в себя верите, даже если когда-то что-то не получается. Как ребенка, если бы нас, когда мы упали в детстве первый, второй, третий раз, когда только начинали ходить, если бы нас при этом избивали, как мы себя морально делаем, когда у нас что-то не получается, мы бы всю жизнь остались ползать. Поэтому поддерживайте себя. Вы живете первый раз, это ваша первая жизнь. Не ожидайте, что вы все знаете, что вы знаете, что вас поджидает за каждым углом. Вы не знаете. Если вы споткнетесь и упадете, если вы себе пообещали, и у вас не получилось это сделать, откажитесь от самобичевания, откажитесь от самоедства. Поддержите себя. Когда вам меньше всего хочется себя поддержать, потому что вы не оправдали своих надежд, сделайте усилия и поддержите себя. Будьте своим самым лучшим и добрым и нежным другом. И тогда все ваши двери распахнутся. Весь мир будет для вас, потому что у вас не будет страха испытать это чувство внутри. А когда у вас нет этого страха, вы все делаете легче. И самое удивительное, что все вам будет даваться намного легче. Если вы идете на сцену давать презентацию, и вы думаете, если у меня не получится, то все, это будет пипец, я себя буду просто ненавидеть, я никогда больше не пойду на сцену, обо мне плохо подумают, да я никудышный оратор. И когда вы идете с таким чувством на сцену, шансы того, что у вас будет очень много запинок, ошибок, вы будете нервничать, дергаться намного больше. Скорее всего, так и будет. Чем больше вы ожидаете своего наказания от себя же, тем больше шансов, что вы провалитесь. А когда вы знаете, что вы идете на сцену, вы говорите, ну, мы учимся, это не мое сотое выступление, если что-то будет не так, значит, будет не так, я от этого получу какой-то опыт, я попробую пойти насладиться. А если что-то не получится, то я пойду и куплю себе хорошую чашечку кофе с корицей и, в общем, буду строить новые счастливые планы. И буду учиться дальше. Вы знаете, что вы себя поддержите. Вы будете себе тем родителем, который в случае вашей неудачи не будет вас ругать, не будет вас тыкать носом в вашу же лужу. Вы будете себя поддерживать. И когда вы добьетесь таких вот отношений с собой, ничто не сможет вас сломить. Какое бы у вас детство ни было, как строги ваши родители ни были бы к вам, вы всегда можете воспитать в себе своего собственного родителя. И это ваша обязанность. Это обязанность каждого из нас. Поэтому с сегодняшнего дня, вот с этой же минуты, пообещайте себе, что вы будете как минимум учиться себя поддерживать. И будете каждый день уменьшать количество негатива, количество уничижающих мыслей, которые вы о себе думаете. Вы на верном пути, я желаю вам успехов и подписывайтесь на канал, если вам нравятся эти видео.